Так, а сколько время? О нет. Это же то самое время. Вы понимаете? То самое время. Это время пришло. Ну вы понимаете, какое время? Она идет сюда. Сейчас она придет. Вот она. Ну что ж, привет, Камилия. Давно не виделись. В прошлый раз ты от меня убежала, но в этот раз... В этот раз я достану. Ну что ж. Итак, я начинаю марафон. Просто для меня это беспрецедентный, безумнейший марафон по игре I Wanna Kill the Camellia 2. Я буду играть в нее каждый день, кроме выходных. Иногда буду, ну конечно же, какие-то там делать перерывы и так далее. Но незначительные. Незначительные перерывы, да, в основном я буду просто играть, пока не пройду. Я хочу эту игру пройти всего за 100 дней. Всего за 100 дней хочу пройти эту игру. Фух, и эта игра будет самой сложной игрой, которую я когда-либо проходил. Самой сложной игрой, которую я когда-либо проходил. Реально, никогда такой сложной игры еще у меня не было. И... Первый уровень мы начнем прямо сейчас. Фух. Как я ждал этого момента, вы просто не можете себе представить. Как я ждал этого момента. Я уже, наверное, месяц сижу такой, когда в Камилию поиграть, когда в Камилию поиграть. Меня же все достали, говорят, Судал, когда Камилия? Ну, когда Камилия? Судал, когда ты сделаешь свою Айвану? Ты еще не сделал свою ванну, ты же можешь сделать свою ванну. А когда Камилию будешь играть? Ну что ты хорош, давай в Камилию играть. О, жесть, просто, это время настало. Это время настало. Фух, так, shift опцию. Так, все нормально. Итак, ну давайте начнем. Первый уровень. Пророк, если можешь, поменяй или кто там из модераторов игру на, ну, соответственно, Айвана Безыгай на Твиче. Ну что, поехали. Первый уровень. Вот так вот закончилась игра Айвана Kill the Camellia 1. Мы, от нас убежала Камилия, и мы упали в воду. А здесь лежит луна, которая тоже упала. Луна, которая тоже упала в воду. Ну давай, Тор. Ну это как бы реально должно было произойти. И вот она. Подлагивает. Не знаю. Ну, сейчас подлагивает, да? Отпишите, сейчас подлагивает или нет? Первая смерть. Да, я старался себе эту игру... не спойлерить как бы всякими средствами, да, но даже лол, блин, люди, которые смотрят на Good Game, пожалуйста, перейдите на плеер Твича, потому что это единственный способ сделать, чтобы у меня не лагало, к сожалению, единственный способ сделать, чтобы не лагало. Еще раз говорю, сейчас я выключу плеер Good Game. Так что переходите на плеер Твича. А, блин, ну боги, ну а что я поделаю? Ну, а больше никак. Ну у меня, я не знаю, ну... Ну я браузер могу закрыть, но это не поможет. Могу Steam закрыть.
Это не поможет ничего. Все, давайте, я выключаю Player Good Game. Так, теперь должно, я думаю, не лагать. Ну как, сейчас лучше? Но процессор все равно до 99% загружен. Ну лол. Ну так что, все равно лагает? Или уже лучше? Качества лагов нету. Отлично. Хорошо. Я, кстати, вот эту игру оригинальную проходил, TGM, и там не было сейвов на этом экране вообще. Для тех, кто не в курсе, I Wanna Kill the Camellia 2 — это так называемая мидли игра, то есть, ну, сборная солянка. Здесь собраны уровни из разных I Wanna игр и боссы. Кроме, там, по-моему, только последнего босса, который сделан специально для этой игры. Вот, и, как я уже говорил, как бы я старался себе эту игру не спойлерить, да, но... Когда ты постоянно крутишься в Айвана сообществе, то очень сложно себе не заспойлерить Камилию. Как бы реально, это очень тяжелая задача оказалась. Просто об игре, об этой игре только и говорят, по-моему. Вот тройство пошло. Ванга мод, что? Я не дропну эту игру. Нет, не impossible. Но я на варихарде вроде играл. Я купил кулер, но еще не установил. Да лол, я забыл про это. Кулерка у меня лежит в портфеле, но я еще его не установил. Давай, Снап, удачи. Всем, кто уходит там и так далее, спасибо, что пришли, спасибо, что поддержали, смотрели. Очень рад был всех вас видеть. Привет, картофель. Ну что ж, посмотрим, насколько эта игра кажется сложной для меня, но... А знаете, почему я знал про это тройство? Потому что я проходил оригинальную эту игру. Но, как бы, реально игра сложнее, чем Боши. Намного. Ну, как намного? Ну, сложнее, короче. Реально сложнее, так что, как бы... Даже если я пройду ее за 100 дней, это будет круто. Ой. Ох, лол. Ну, понимаешь, сравнивать рейпом Боши, это вообще как бы некорректно, да? Ну, это не очень. Что за игра? I Wanna Kill the Camellia 2.
Ой, за мной яблочко гонится. А, яблочко гонится. Не-н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 е. А, блин. Да лол. Ты дропнул Камилию 2 на этом экране? Посмотрим, сможем ли мы пройти дальше, чем Айкор. Да, игра очень добавлена. Как мне сказали, в России и СНГ ее прошло где-то человек 5 полностью. Ну лол, да, охренеть. На полчасика? Да ну нифига. Ну давай, 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 ты сможешь, ты сможешь, ты сможешь, ты сможешь! ГГ не отвалился, он выключен. Надо, короче, бежать просто идеально. По-моему, уже, да, плохо? Я вот на том зигзаге теряю, по-моему, кучу времени. Просто кучу времени теряю. Давай. Вроде хороший запас. Ну давай же. Чё там, полчасика, да? Застрял на полчасика. Так. Да не, мне говорили, что первый уровень вообще легкий. Какая-то там кнопочка. Что же делает эта кнопочка? Наверное, шипы какие-то убирает вот сверху справа, да? Ну посмотрим. Какой блок? А-а-а. Ну, вот это я не очень. Владиславу добавил на новую клавиатуру 10 пикоинов. Спасибо, Владиславу. Да-да-да, я понял. Ну, вот так вот. Ну, как-то не подумал. Так, ну вроде не выглядит сложным. Ну чё, где-то тут можно забафрить? Вот тут. Оп. Нормально. Из Айвона Биза Экспириенс экран. Не знаю такого Айвана, но посмотрим, что тут. Тролльство или чё? Ой. Да, кстати, я не против подсказок. Я не против подсказок, особенно на боссах. И я забыл сказать еще. Смотрите, я себе игру как бы не спойлерю, да, заранее. Я даже не знаю всех боссов, какие тут есть. А уж тем более, какие у них есть атаки, да? Но как только я дохожу до босса, ну, я пытаюсь его вначале пройти вслепую, да? При этом подсказки в чате разрешаются. Если я его за стрим не прохожу, а я, скорее всего, ни одного босса за стрим не пройду, да?
то тогда я потом смотрю на Ютубе, как его пройти, вне стрима. Как-то так. Ну, да, как бы... Нет, я же никого никак бы не заставляю спойлерить там подсказки, да? Но... Как бы в целом... Наверх это только раз с распрыжкой, что ли? Да чё я умираю, брата? О-о-о. Да, единственное, что как бы вот босс Rush я полностью видел. Особенно тот самый босс под названием Destination. Ну, мы к этому еще вернемся, когда я до него дойду. Это будет не очень скоро, но... Но будет. Так. Следующий экран. Что меня там убило? А, там шипик торчит. Понял. А как мне пройти это? А заодно спойлер. Привет, Юлор 13. И я тебя первый раз вижу, привет. Ну я не виноват, что меня пикоины промашнили тут. Дофига. Закидали, понимаешь ли, пикоинами. Ни за что, ни про что. Да кто я не могу из угла-то выпустить? Мне лень смещение считать. Потому что вроде получается, как бы и ладно. Привет, Лин-Лин. Я не знаю, русский он или нет. Лол. Но это все как бы не очень сложно, да. Это всего лишь первый уровень. Так что если кому-то, кто игру раньше не видел, и сейчас кажется, что типа
ну, вроде такая обычная ванна, да, ничего сложного там особо, то как бы вы погодите, то ли еще будет. Да что ж такое? Всего лишь замануха. Да почему он не прыгает-то от этой лианы дурацкой? Да лол. Лианы — это самая тупая механика в Айвана играх. Это реально, это самая тупая механика, наверное. Желательно не спойлерить уровни, из каких игр тут будут, какие боссы будут и так далее. Нет, дропчика не будет. Дропчика не будет. Да давай же, ну, прыгни ты туда. Что, он не может там, не знаю, зубами за стенку зацепиться? Ой. Это лианы. Я же даже отпрыгивал уже. Я просто туплю. Там блок? Да ладно. Лол. Привет, Блейзер, спасибо. Ну, да, днюха как бы канала, да? Но не моя. А, что-то я второй раз надо было прыгнуть. Короче, я слоупок. Я слоупок. Ну, это же не спидран, да? Это же не спидран. Ну, по крайней мере, музыка не рестартится, и вообще музыка такая довольно забавная, если первый раз слышу. Ну, значит, про итак ты как-то интуитивно. Я не настолько это могу чувствовать такие вещи, не знаю. Да лол. Не, крабина я, конечно, полная для такой игры. Но, тем не менее, я думаю, что я ее пройду. Ну как, думаю, я ее пройду. Для тех, кто, может быть, не понимает, почему я не делаю иногда второй прыжок. Все потому, что я как бы соскальзываю с блока, и мне просто не дают второго прыжка. Да лол, ну что же я так краплю-то? Я немножко просто еще, ну, как бы сейчас уже подустал. Немножко волнуюсь. И вообще на таком, знаете, по подъеме настроения. Наверное, адреналина слишком много, и я не могу нормально сосредоточиться сейчас. Третий сейв, а я уже, по-моему, взял третий сейв. Или ты имеешь в виду отсюда третий? Ёбрук, тебя бесполезно, да, просить не спойлерить? Серьезно? Вообще бесполезно, да, просить? Ну я это и раньше знал. Привет, Лукастер, добро пожаловать.
Спасибо за подписку. А ведь раньше, когда я только начинал в Ивана играть, вот такие вот угловые шипы... они казались очень сложными. Зачем я поторопился? А вот так вот, старос, у меня марафон пока 2. Марафон по игре его на килл за Камилия 2. Просто безумнейший для меня. Я такого раньше вообще не делал. Посмотрим, как пойдет. Ну пожалуйста, да лол. Нет, Юзаш, нет. Точно нет. Нет, у меня как бы будет по субботам по-прежнему рубрика, а по воскресеньям, ну, возможно, то есть если будут какие-то стримы, то, ну, вообще не по Иванам, да, а почему-нибудь еще. И как я уже сказал, ну, иногда, возможно, что я и в будний день буду стримить какую-то другую игру. Да, ну, может быть, там, с кем-то в коопчик, там, может быть, я на другом канале, там, кто-то меня пригласит. Ну, как бы, всякое бывает, да. Есть. Фух. О, что делать-то надо? Пока не знаю, но какую-то, скорее всего, Razer. Потому что вон у Пророка Razer, и она микрит хорошо. У Гизера Razer, она тоже микрит хорошо. Так что, походу, какую-то Razer. Да, блин. А зачем мне сохраняться стало? Да блин! Удачи, Абельенков. Да лол. Я тогда прыгнул, да? Хотя, подождите. Нет, по идее, по-моему, можно.
Да блин. Дела отлично. Кстати, написано просто фан-гейм. А что за фан-гейм? Это как игра называется фан-гейм, да? Свинку Пеппу? Что за свинка Пеппа? И почему они тебе ее напоминают? Как видите, да, в этой игре не только шипы, а всякие прикольные штуки тоже. Привет, Пресс Клауд. Я не пойму, блоки, которые падают, одни и те же или нет? А, или не падают, типа, а, которые под этими блоками, что ли, лол. Спасибо, Прескла. Не попал? Да, я понял. Я понял, что пророк скинул. Да, я уже понял, что блоки под блоками не падают. Я вначале что-то подумал, что как-то рандомно. Ну эти точно в рандомном порядке разлетаются все блоки. Есть! Уже босс? Это Вейденс? Оу. Неплохо, короче, ща. Надо, я же забыл, надо же сделать вот это вот. Вулканозон. И это вторая Камилия, Пресс Клауд. Да, у меня марафон по второй Камилии. Каждый будний день будет, ну, за редким исключением, я надеюсь, будет находиться его на килл за Камилия 2. Ах! О! Это же этот! Тут и как его?
Джирачи. О, привет, Джирачи. Опа. Третье спасибо. 17 часов, второй Камиле? Где еще 17 часов? У меня 27 минут. Интересно, насколько длинный этот TV Dance? Я не знаю. И писать об этом не нужно. В том числе Йобургу. Каких поней? Ты про покемонов? Это не пони, это покемоны. Охо-хо-хо! Ясно. Я, оказывается, часть этого босса видел в Камиле 3 на боссе Инфлюка. Там же типа показывают воспоминания Инфлюки о Камиле 2. И да, я, наверное, ну, не знаю, возможно, сделаю в этот раз исключение, и я, наверное, в воскресенье, а может быть, даже и завтра еще постримлю Камилию вторую, потому что, ну, пока что, ну, хочется, да, как бы вообще начало такое, надо босса пройти там. Ну, как бы, по идее, я так понял, если я очень сильно постараюсь, то я сегодня этого босса пройду. И это, типа, будет единственный босс, которого можно пройти за... на том же стриме, на котором до него доходишь. Ну, это если я постараюсь. Но я его не знаю, так что хз. Блин. Охренеть там.
Оу, как бы надо было это перепрыгивать, наверное. Привет, Тераон. Спасибо. Пройдешь Destination на том же стриме, на которого это. Дойдешь до Post Russia? Ну да, ну да. Не, ну я не против. Я не против легендаж, абсолютно. Удачи, Торыч, удачи, спасибо, что зашел. Привет, Стэнли. Такой рандом немножко тут, конечно, неприятный порой, но относительно. Я, конечно, молчу там про боссов К3, да, но мы же в это играем сейчас. Блин, интересно, много ли еще? Да, это первый босс. Хай так, это первый босс. Так, рандом. Нет, я так понимаю, это этот босс сделан специально для кон... Да, видите, там вопросик такой, да? Это значит, что специально для этой игры сделан босс. Рандом, пощади, рандом... Не пощадил. Какого оригинального Гая? Что? Этот босс из оригинального Гая? Ты чё? Ты чё-то путаешь? Там такого нет. Блин, ну мне не дали выметрить. Может лучше по центру стоять, всё-таки, чтобы не прыгать там, да, наверное? Ой. Не знаю, Гоги, а почему ты думал, что я даже до того момента с окошком буду долго доходить, а как бы я не вижу причины за... Ну, тут же вроде не очень сложно, как бы, почему долго надо туда доходить. Да, подошел прям под звездочку. Правильно, правильно сделал. Почему бы нет? Да ну! Так, а какая разница? Чем Avoidance отличается от обычного босса? Тем, что тебе даже стрелять не надо, как бы, и в чем проблема? Ну... Но я имею в виду, в чем проблема по поводу того, что, как бы... Ну, если ты боссов можешь пройти, то почему ты Avoidance там не можешь проходить? Ну, как бы... Ну, никакой разницы нет, только... Да, наоборот, даже проще тебе стрелять не надо. Ну или типа то, что как бы нельзя заспамить побыстрее, но большинство боссов тоже нельзя заспамить побыстрее.
Опа! Ну, не всегда, Йобрут, не всегда. Бывают же легкие аватенсы. То есть, как бы, ты можешь взять любой AVDance, по сути, и сделать из него босса, да? Типа Emperor Miku там, ну и не только. Так и знал. Ну, я не успел. Вы видели? Я уже пошел. Да, это троллинг, это троллинг. А, не очень рандом, вообще не очень. Ну ты давно играл, Гоги, ну давно ты играл. Так что как бы сейчас бы ты быстрее прошел бы, ну даже если бы не играл до этого. Ой-ой-ой-ой-ой! Ох, я выжил! Жирачи. Ну, пожалуйста, последняя звездочка. Минут? Хорошо, вот сейчас 40 минут на таймере. Не знаю, Гоги сказал, что я буду часа 2 проходить, если типа постараюсь. Надо было дольше стоять. Ну не. Там же, ну, есть еще было время. Неправда, не было часов или меньше, ну не суть.
Ссылка 2, да. Ну, я Hello Kitty проходил 3 месяца. Больше. Ну, если учитывать, что я на ней дропнул. Ну так, вообще больше 1000 смертей на нее потратил. Блин, у меня больше головного мозга поехал. Оп! Да, стрим идет. Вот этот рандом звездочки, конечно, троллит. Ну, именно еще учитывая, что звездочка на меня потом летит. Довольно-таки трольская, я вам скажу, это. Так и думал, ну а что, у меня не было прыжка. Но босс, я скажу, довольно приятный босс. Прикольно так играть в него. Недалеко не про каждого босса можно сказать, что в него прикольно играть. А в этого прикольно играть. Мне нравится. Хорошо сделал. Ну, это вообще вафля. Да ладно, Игин, там я хрен знает, сколько еще до конца этого Вейденса, блин. Конечно, есть подозрение, что типа после таблички уже конец, раз так пишут, что типа я близок пройти. Но не знаю. А может там еще какой-нибудь Азазас троллинг будет. Вы переоценили меня. Я начал вафлить. Когда от тебя начинают что-то ждать, ты начинаешь рачить жутко. Зорга. Зорга, ты еще кое-что пропустил? Кое-что. Так ты тут, да, наверное. У меня марафон по Камиле второй. Вообще, если честно, я думал, что я типа там пипец под пройду первый уровень в Камиле, да, второй. И на этом стрим типа закончу. Я думал, это там уже будет, там стрим идти хрен знает сколько, я там типа ура, да прошел босса там. Но
походу быстрее, да, получится. Пройден. Вот это поворот. Вот это поворот. Меньше 200 смертей и меньше 47 минут. Да-да-да, я бы сказал, что в течение 7 минут пройду. Блин. Ну давайте второй уровень тогда. Ой, вафелька. Ну, Гоги, да это давно было, чё сравнивать. Да ну, не умирай там, пожалуйста. Привет, белозист. Да, ну это вообще глупые смерти, глупые смерти. Не нужны такие, вот. Сейчас отдам за каком-нибудь троллинг, да, будет? Сразу такой, или нет? Нет, никакого троллинга. Не переделываю под тебя, а пишу с нуля по ремейк позже. Ну а то звучит, переделывает, как будто я хак делаю какой-то. Ну да. Привет, Типок, спасибо. Да, кстати, это из I Wanna Graduate From DT, которую я проходил. Почему на YouTube? У меня свой движок. Ну как бы я изначально... Изначально я взял за основу I Wanna Be The Engine for Game Maker Studio, но поверь, от него там ничего практически не осталось. А. Ну, я же говорю, но там от нее ничего не осталось. Ну, реально, ничего не осталось. Считай, что это мой собственный движок. Как бы там от нее осталось, как бы, ну, физика самого Кида, ну, точнее, ну, Боши, да? Вот, но и то, ее уже я немножко переделал для четвертого там мира и так далее, да? Для того, чтобы пружинки во втором мире работали. Ну, я говорю, там уже осталось вообще мизер просто. Да, начал делать в сентябре. Больше 300 часов гейммейкером.
можешь меня там назад отпрыгнуть, да, походу? Да ну. Может, я успею пробежать? Блин. Ну, в смысле обновлю? Во-первых, кто брал исходники, а во-вторых, ну как бы нет. Ой, вот это дурацкий прыжок. Я даже не уверен, как этот прыжок вообще делать. Вот уже пошли такие прыжочки-то, да, чуть-чуть посложнее, чем на первом уровне. Блин. Блин, ну давай же, там всего лишь калитка, ворота. Ну, что-то я совсем маленький прыжок делаю, там все-таки побольше нужен. Я делаю, походу, 3 фрейма вместо 4, 3 кадра. То, что скоро я увижу сложные уровни, ну, как бы, я знаю. Я же говорю, это самая сложная игра, которую когда-либо я проходил. И как бы, если сейчас такой, типа, прогресс, да, постоянно, уже даже прошел целый уровень с боссом, то потом уже такого не будет. Потом будет уже намного медленнее прогресс. Наверняка даже многим покажутся, может быть, скучными такие стримы там, да, по сложным моментам и так далее, по сложным боссам. Но, как бы, меня это никак не остановит. В этой игре все уровни изи, да. Не забахлил. А где сейв? Автоматически, да? Или что? Или это вот это сейв был? Я так круто уже проходил I Wanna Be Showdown, помните? Была у меня такая. Блин.
Ну такой немножко потненький, конечно. Надо было вначале на единичку прыгнуть. Да. Не знаю, Фрайтаг. Но, как бы, надеюсь, никто не будет спойлерить, потому что я попросил не спойлерить, что будет дальше. Хотя я кое-что видел и кое-что знаю, но... Тем не менее, не все. И, к сожалению, я последнего просто видел. Причем целиком. Но, как бы, все равно страты я не запомнил и так далее. Дурак, да хрена, ну... Ну, я уже на типок обиделся. Ну блин, надо было чуть больше разрушить. Есть. Сейв дадут. Ой. Да, сейв есть. Да не, ну банить не надо. А пророка, он у меня очистится? Ну, как бы Фрайтаг забрал, потому что, ну ты же не сидишь у меня на стримах, как бы, да? Что? Без обид. Ну лол. Да вот не автосейвы, я уже пролетел так с одним экраном. Черного плаща на NES. Ну, я не играл. I wanna be tribute. А, и? Ой. Чё за... Я не понимаю, что происходит.
за лол. Как я там, не понял? Видел просто экран. Давай, Фред, так, удачи, спасибо, что зашла. В смысле, какие шипы не задевать, я не понимаю. Я вот только первые шипы задеваю. Я задеваю только самые первые шипы. Потом никакие. Гейт. Налево туда и направо туда я падаю все равно. Давай, пророк, удачи. О, там как-то попал. Блин, в ворота не попал. Он теперь туда начал падать. Не понял. А почему он начал падать туда? Лол.
что за чушь? Я не понимат. Вы понимат? Не, ну вы, я знаю, вы все видели эту игру. Как-то я на среднюю платформу попал один раз, я не могу пока понять. Попал, я даже не помню, но вроде слева я все-таки был. Не могу теперь вообще понять. Давайте полку дальше. Бред, конечно. Ну такое. Да какой Камиле? К3, да не может быть. А зачем ты тогда в К3 играл, если ты К2 не прошел, не понял, что-то. Какой интерес. Блин, вот это лабиринт, лол. Не, ну смотрите, прикольный же все равно экран, а не тупо шипы. Не всегда тупо шипы, да? Ну, это я говорю для тех, кто не видел игру. Ой, а как я попал? Это I Wanna Kill the Camellia 2. Удачи, типа. Игра I Wanna Be Your Son. Боль? Да ну, дурацкий Г.
усиленный прыжок. Последний экран сегодняшнего стрима? Ну, такое. Что ты меня настолько в меня не веришь? Спойлер. У нас вообще-то за спойлеры бан, пика-пека. Да, она же вниз опускается, ну. Антикрыло? Там какой-то неприятный прыжок. Разумеется, тут защита от сейва, да? Издалека. Блин. Что я делаю? На самом деле я до сих пор не понимаю, почему вот этот вот на форумах вот это вот элемент, который скрывает текст, называется спойлером. Я так и не понимаю. Привет, Лёха, да? Именно так. Ремейк Боши и Камелия 2. Да-да, картофель. Да давай же, ну перепрыгни эту фигню. Несложно же вроде. Есть же. Последний сейф на этом экране. Ну давайте посмотрим. Чем платформочки наверх завезли, вроде и без них можно пройти. Но говорят, что этот экран я не пройду за сегодня. Остался последний сейф. Неужели он настолько тяжелый? Спойл портить? Ну вот оно что. А, так это не платформы, это блоки, лол.
Понятно. Но они мне мешают пройти. Вот здесь бы мне, конечно, не помешала бы хорошая клавиатура, но можно и это исправиться. Зачем? Ну... Надо было направо, чё я затупил. Ой. Ну, чё-то вообще не пошло. Ну, блин, нахрена платформочка-то там мешает? Ну блин. Это Айвона килл за Камиля 2, Владислава, да? Так-то. И чё вы говорили, что я не пройду его? Лол. Не понимаю от вас. Ой-ой-ой-ой, чё-то спидранчик. Чё это мне даёт? Неужели это мне бесконечный прыжок даёт? Засхоронись ты. Привет, Задрос! Привет, Задрос! А чё тут? Оу. Это из игры I Wanna Be The Best Guy. Владислава добавил еще 10 пикоинов на новую клавиатуру. Спасибо. Вот Задрос, ты хотел почаще стримы? У меня марафон по I Wanna Kill the Camellia 2. Я ее буду стримить каждый день, кроме выходных. Ну и каких-то еще, может быть, дней, когда там, ну, типа... Ну, не знаю, другие стримы, может, планирую. Ну, короче, практически каждый будний день. Практически каждый будний день. Я вот уже за 1:13 дошел до второго уровня. Ну, точнее... До второго уровня я прошел даже быстрее, меньше чем за 200 смертей. А по времени 47 минут, что ли. А что меня убило? А. А, там шипики, я их не заметил. Ну, короче, как бы вот именно сейчас, да, именно сейчас, всякие вот эти новогодние шняги и так далее, да, то, возможно, будет, ну, как бы по-другому, то есть, плюс сейчас первые дни мне хочется поиграть, возможно, что и в эту субботу и воскресенье будет, но, как бы, вот, когда устаканится уже все, то... Да. Когда все устаканится, то будет именно такое расписание. Но как бы сейчас, пока новогодние все вот эти штуки, то да, как бы там
Как получится, да, ну посмотрим. Но в целом... Не, ну чё за обуз такой? Лол. Изи. Давай, Генлаш, удачи, спасибо, что зашел. Нет, это не спойлер, это не, как раз то, что Игги... Ой, этот, Йобург сейчас сказал, это нормально, как, в принципе, подсказка по... текущему экрану это нормально. Не знаю, мне пока первый босс понравился, приятный. Часика, ну... Нет. Не, ну вообще, ну как бы лично для меня неплохое начало. Там был Away Dance. Как бы, если он не очень сложный, это не делает его не боссом, да? Чуть не забыл. Ой, это же башня Гая. Все, фейл, да? Да ну. В оригинальном Айвона Гизе Гай была такая же башня Гая. Причем она, по-моему, точно такая же. Чё-то я не вижу усложнений. Блин. Зеро, ты хочешь I Wanna Kill the Camellia 3 проходить? Подумай еще раз 50, пожалуйста. Очень прошу. Да мне уже заспойлерили, какой босс. Но вы же знаете этот чатик. Чатик без спойлеров — это не чатик. Чатик без спойлеров — это если у вас на канале 0 зрителей, тогда будет чатик без спойлеров. Иначе это невозможно просто. Evil. Сейф. Да, логично, что забыл.
Что? Что это сейчас было? Ой. Окей. Но это чувство уже надолго. Они же статично, да, летят, по-моему, полностью. Может слева попробовать? Ну да, он хотя бы сюда не прыгает. Да блин, там чуть правее надо что-то взять. Ой, как я лианы эти не люблю. Ох, жесть. Да лол, дурацкие. Кого ее? Ее сафер? Чем К3? Думаю, да, наверное, да. По-моему, можно просто прыгать на месте. Ну задумался, потому что игра... Ну лол, ты же знаешь, естественно я задумался. Оп. Это из Graduate from DT. Не могут меня убить? Как-то не могут убить. Что-то убивают. Постоянно. Или вот это меня теперь может убить. А, ну лол. Так, а тут, так понимаю, рандом, да? Ок. У него довольно много здоровья, наверное... 150. Ну, не, ну этого просто я уже вряд ли за стрим пройду. Как... Я его, конечно, не видел, но... Ну лол, я же не могу в Камиле 2 пройти 2 уровня и 2 босса за один стрим. Ну, это было бы смешно.
Я сам себя убил, я знаю. Ботный босс? Ну, такой, да, вроде нормально пока. Зачем я стреляю? Наверное, так миклить проще. Ну, я уже приготовился прыгать, ну а что поделать, ну лол. Даже добегаться не будет. Так кем ты меня выставляешь? Оно убивает. Ну, в смысле, я думал, оно, короче, через пол идет. Ну, как-то не туда, не сюда. Я хз. Большой прыжок. Стоп, там вообще что ли стоять нужно? Понятно. Ну не знаю. Можно вниз спуститься, в принципе. Какой чит? Ну я тоже вначале. А ты спидрана не смотрел, Гоги, что ли? Но я-то не смотрел, поэтому я все выполнил сам. Ой. Убила? Да я... Где ты, жёлт? Ну, фастпайпер, я думаю, это далеко не весь босс. Ты посмотри, сколько у него здоровья. И подумай, много ли у него еще атак есть. Учитывая, что еще тут даже вот такие авейденсы бывают. Когда вообще... Босса даже на экране нету. Чё-то я вообще... Я вначале как-то быстро прошел этот Абэйденс, а сейчас вообще не могу.
как? Есть мысль, конечно. Вот такая. Вроде норм тема. Ну не пройду так не пройду, но хотя бы атаки еще посмотрим дополнительно. Не, ну как бы я знаю, что, ну я говорю, но это было бы бредом, если бы я сейчас прошел. Как бы игра вообще-то очень сложная. И кстати, я помню, когда я проходил Боши, я где-то уже увидел Камилию эту вторую, но не помню, как бы, что там я именно видел, но какие-то уровни. Ну и как бы я увидел, что она вся шипастая такая, да, сложная. Я тогда ее так поливал, да. Говорил, что типа, ну фу, вообще нахрен такие игры делать, типа, ну вообще жесть полная. Да. Вот. И как бы, естественно, я говорил, что я никогда в такой не буду играть, в такую срань. Ну, как бы да. Что-то потом произошло. Привет, лоукастер. А где ты тут видишь аниме? Наспор? Я рассказал сегодня, как я начал. Мне просто скинули Боши, типа, прикольный платформер, я такой.
Почему бы не поиграть в платформер, инди-платформер? Я люблю инди-платформеры, вообще инди-игры, так нормально отношусь. Вот, ну и что-то вот. Это Вокалоид, это не аниме. Ну как рисовка, да, но это же Вокалоид. Ну, то есть нет ни одного аниме, ну, по крайней мере, не было до создания Мику. Это Мику Кацуми. Сейчас уже, возможно, какие-нибудь фанаты упорты что-то сделали. Ну, а как бы это не аниме? Ну и да, тем более одна, где тут много. Ты прошел Буши на спорт только лишь за 5 шоколадок? Ну такое. Не, ну я-то вообще бесплатно прошел. Как и все остальные Иваны. Если будешь стримить, обязательно зови меня. Я думаю, много кто придет. Посмотрим. Да, на К3 не надо спорить. Даже на К2 не надо, если у тебя пока мало опыта. Ну... То, что ты сейчас видел, если ты, я не знаю, видел ли ты Камилю вторую полностью. Но если что, то, что ты сейчас видел, это как бы фигня вообще. Я думаю, что ты не пройдешь К3 Zero. Да, я думаю, что ты не пройдешь К3. И только не надо из-за этой фразы, типа, сразу это такое, да я не пройду, да я тебе сейчас докажу. Это очень плохая идея. Ну как бы, нет, ну ты, может, и пройдешь, но ты готов потратить, скажем, 1000 часов? Если готов, то пройдешь, наверное. И 1000 это как бы типа даже оптимистично. Блин, ну... Я пройду меньше, чем за 1000 часов К2. Я хочу пройти вторую Камилию за 100 дней. Не за 100 стримов, а за 100 реальных дней. Не, полгода на К3 это очень мало. 2 года, да. И это если играть часто.
Не точно, ну я хочу. Может не получится, но я хочу за 100 часов. Не, какой 100 часов? Не-не-не-не-не, какие 100 часов? 100 дней, 100 дней. Zero. Ну, я могу сказать, что если бы я, ну как бы, ну фаст папе да, челлендж, но а если не смогу, ну как бы, если не смогу, да, я все равно буду продолжать. Но я буду, да, стараться. Ну как бы вот когда я пройду этого босса, то считаю, что там 1/4 игры пройдена. Но не по сложности, а именно, ну, просто по контенту. Но не по сложности, разумеется. Разумеется, не по сложности. По сложности, наверное, пол игры будет пройдена, когда до босса сюда иду. А по контенту пол игры, ну где-то, наверное, когда 4-й, да, уровень пройду. А если не зайдет? Ну и к тому же это глупый спор. А с чего ты взял, что для меня налысо побриться это что-то такое прям? Давай что-то поинтереснее. Нет, нет. Когда, ну я не верю, что по сложности половина, когда пройду, будет страшно. Ни хрена подобного. Ну как бы я, конечно, не проходил, но ты тоже не проходил. Ну, как бы понимаешь, раз папе, начать К3, как бы, глупо. То есть, я, получается, так как я проиграл челлендж по К2, значит, у меня хреновый скилл. И из-за этого начинать еще сложную, более сложную игру, причем на порядок, ну, по-моему, не очень логично. Вы можете мне в группу ВКонтакте кидать предложение по наказанию, если я не пройду за 100 дней эту игру. А, так я не хочу идти в К3. То есть тогда у меня наоборот мотивация не пройти за 100 часов. Не, я не хочу К3 играть. Это убийство. Это суицид. Ой, нет, и не Винсов. Нет, сжигать ничего не буду. Да, и даже если бы я хотел К3, то без новой клавиатуры никак. Ну я же говорю Владиславу, это нелогично. Это нелогично. Привет, Серж. К3 уже... Ой, да, прохождение уже наказание? Нет, я пока удовольствие получаю. Но удовольствие на босс-раше, я думаю, закончится. Но до босс-раше сюда идти надо, там много впереди веселухи. Вот мне Гоги там рассказывал кое-что, так, без спойлеров.
Леточка перестать на стрим. Ну, блин, а как я? Не. У меня даже Леточки-то нету. Да, где второй прыжок? Нет, нелогично, потому что если я такой краб, что я не смог за 100 дней пройти, то куда мне начинать К3? Ну лоу, куда мне К3 начинать. Нет, значит это неверная страта. Не, картофель. Блин, значит другую страту надо искать. Окей. И вот спустя столько времени я лишь только понял, что у меня неверная страта. А все почему? Потому что играю без спойлеров. А как мне искать страту? Ну, во-первых, нет ноутбука. А во-вторых, ну, как бы изи, мне кажется. Ну, чё такого? Ну, то есть, как бы, это не особо сложно. На шипике. Зачем? Ой, он меня не убил. Нет, ну такое, ну какое-то умеренное. Ну как бы, чтобы одновременно, чтобы все-таки я мог его как бы выполнить, ну, адекватно, да? Но при этом, чтобы у меня была мотивация все-таки этого, ну, добиться, чтобы этого не было. Вообще, как бы, у меня мотивация так и так есть, ну просто потому, что я хочу пройти эту игру. Я хочу убить Камилию. Давно уже. Блин, хочу. Ой, не, чили. Ну, как бы я не хочу издеваться, именно физически издеваться над собой. Есть какие-то перцы, там, плеткой бить. Ну что за, блин, с обществом мазохистов каких-то, что ли, лол. Потеряем. Я не знаю даже, о чем ты сказал. Потише игру? Ок. Я забываю про это. Наверное, я уже устал все-таки. Вообще-то пророк уже говорил с Пейсмит. Не пошло.
Привет, Данил. Да, это I Wanna Kill the Camellia 2. Справа наверху счетчик смертей, название игры и таймер. Я не понимаю. Ой, пророк бы придумал, я даже не сомневаюсь. А, ну почти, почти, почти. А что такое оракул? Скоро уже буду заканчивать Defender. Когда на таймере будет, я думаю, 2 часа, то я закончу. Да, я забыл сказать, что я как бы планирую играть каждый день, то, что я говорил, да, где-то примерно по... Ну, как бы, желательно 3 часа. Вот. Ну, конечно, там, опять же, как будет получаться и так далее, да, но... А, я забыл, надо потише сделать, да? Нет, внизу там зажимает. Красивая Ивана? Ну, как бы, не знаю. А какая у нее сложность на фруктике? Вот, это почти правильно сейчас было. Ну, значит, нарандомил. Я и Орион не знаю. Ну, 57,6, я думаю, можно. Охренеть. Нашел кордер, которого там нету? Не помню. О, не-не-не, погоди, там Avidance жесть. Там жесть же Avidance. Ой, это же жесть полная. Да ладно, но вы что, хотите, чтобы я в нее страдал? А если я там Avidance буду часов 100 проходить?
Блин, ну такое тупое управление на этих лианах. Гоги, можешь найти АВД Энцириона? На ютапчике или на твиче? Не знаю, Спейсмит, о чем ты вообще говоришь. Короче, 9 минут еще, я думаю, играем, и все на этом. Надеюсь хоть один раз пройти эту дурацкую атаку. Почти! О, мы увидели что дальше. Почему у меня второго прыжка нет? Еще за 30 минут всю игру пройти? Офигеть. Может быть какой-нибудь длинно-стрим сделать? Может какой-то длинно-стрим там? Опять там 12 часов или что-то такое? Не знаю, ну... Можно придумать что-нибудь. А, я сам трачу второй прыжок. О, я прошел. Чего в него не стрелял? Я прошел дальше. Ну, наверное, я не знаю. Вот, видел там, в принципе, сейчас зажал. Конечно, можно было там вымикрить, но такое. Зачем? Почему у меня дурацкая реакция срабатывает? У меня просто рефлекс. Картофель корект, короче, после этого стрима. Если ты тут еще, конечно. Ну блин, прям яблочко. Данил, спасибо за подписку. Добро пожаловать. Орион или Риот?
Ну, блин. Ну ладно, если что, там видео можно же посмотреть всякие, да? Ну хорошо, если я не прохожу I Wanna Kill the Camille за 100 дней, начиная с 25 декабря, то есть с сегодняшнего дня, то я прохожу после прохождения I Wanna Kill the Camille 2 I Wanna Be Orion. Там, кстати, нет невозможных прыжков для меня, ну, с моей клавиатуры. Такое. Нет, что предлагает Йобург, я точно не буду, потому что вряд ли он что-то хорошее предлагает. Наверное, что-то жесткое очень сильно. Ну что ж, я не знаю. Ну, ладно, давайте еще попробуем пару раз, наверное. Но прогресс есть на боссе. Половину я ему снес где-то, да? Да ну, блин! Ну как я мог не допрыгнуть? Это ВДНС, конечно, уже так тоже в мозгу откладывается музыка эта. Я не знаю, я... Ну что, давайте тогда могу, в принципе... Нет, я... Не, ну я вообще как бы планировал смотреть боссов на Ютубе после стрима. Как бы... То есть я планирую... Ну как бы, потому что... Всякие суровые VDNs, да, и так далее... Тем более, если у меня еще челлендж за 100 дней, то как бы я хотел... Хотел бы... Все-таки посмотреть после стрима этого босса. Да лол, на ютабчике и запомнить. Привет, лайк, вот. Ну, как бы, Данил, потому что я, наверное, другие Айваны перед этим играл, а ты не знаю. Не, знаете, вот как хорошо, я... Представляете, я считаю, вот 4 месяца, вот особенно последний там месяц или два,
Как мне было тяжело, когда мне... Да, что такое? Когда мне постоянно задают вопросы, типа, про гейммейкер, то, что, может быть, я какую-то Айвану сделаю, про Камиля, или там, про какие-то планы стримов, и я... И мне надо было молчать все это время, да? Ну, как бы, чтобы, ну, не раскрывать и так далее. И... Блин, это вот сейчас такая гора с плеч просто. Можно спокойно все... Всем все понятно, планы стримов, там, что я делаю в гейммейкере и так далее. Вообще отлично просто. Так рад. У него защита от спама, что ли? Дай бог. Подскажите, у него защита от спама или нет? Я никак не пойму. То есть нет смысла близко подходить. Так, уже все, 2 часа перевалило. Ну давайте один раз еще перепрыгну пульки вот эти его и все. Да, то есть да, защита, да? Ага, понятно. А, и работаю, Ксенриер, да. Работаю тоже, но только с недавнего времени. Блин. Все. Да, Зеро, сейчас все, я заканчиваю стрим. Привет, Скорпиус. Ну что ж. Это был долгий стрим. Ну, хотя не такой уж долгий. Да, привет, Рентаро, спасибо. Всего-то 4 часа, но какие 4 часа, по крайней мере, для меня? Для меня это были просто 4 часа, которые я ждал. Кошмар, как я ждал. Вот, Гоги не даст собрать. Я ему в скайп постоянно писал то, что осталось один день, там, осталось 5 часов, там. И в итоге вот оно. Закончилось. Да, давайте посмотрим, кто там сейчас что вообще стримит. Так, Twitch. Чё Глудрак проходит там? Какую бабочку? А, это? Ну, не. Не, я лучше вон хиппи захочу. Я его уже достаточно давно знаю. Как бы, когда есть возможность наших хостить, зачем хостить каких-то этих? Ну, вы поняли. Тем более он играет в Краша Бандикута, которую я очень люблю. Так, как у него ник-то полностью? Хиппи-1. Что ж, всем спасибо за просмотр, спасибо, что поддерживали, пришли, смотрели, за пикоины, которые на клавиатуру пойдут. Вот. Все, всем пока, увидимся завтра.